Попадаю, когда в МГИМО, волнуюсь как студент. Волнуются и абитуриенты. Им пришлось пройти серьезные испытания, чтобы попасть в число тех, кто будет осваивать новую магистерскую программу. Для каждого из них это не только уникальная возможность повысить свои компетенции, но и внести свой вклад в управление и развитие городской среды. Моя компания предложила мне обучаться на этом факультете. Я взвесил все за и против. Мои за, они намного перевесили все против, несмотря на то, что свободного времени практически не останется. Но для меня это даст толчок дальше развиваться. Базовая кафедра жилищно-коммунального хозяйства Московской области – единственная в своем роде. Но если до этого специалисты проходили здесь исключительно курсы повышения квалификации, то сейчас разработана магистерская программа «Управление городской средой и развитием территорий». В течение 2 лет абитуриенты будут совершенствовать мастерство и навыки. В первую очередь жители региона получат профессионально грамотных управленцев, которые, выходя в городское управление, в государственное муниципальное управление, понимают не только одну какую-то сферу, а все разноплановое понятие городского хозяйства – это и ЖКХ, и энергетика, и благоустройство, и прямое общение с жителями, чуткая власть, директ, общение напрямую, не просто там через бумажки, а через современные средства связи, соцсети, группы и так далее. Специалист, который понимает в экономике, в инвестициях. И, в принципе, мы позиционируем эту кафедру как место для подготовки будущих руководителей административных единиц Московской области, может быть, других регионов. У Одинцовского округа весомое преимущество. Власти не только активно будут включены в работу кафедры, но и, безусловно, будут присматриваться к абитуриентам, чтобы лучшие кадры сохранить и оставить трудиться на благо муниципалитета. Безусловно, вкладывая свои знания и опыт в кадры, в обучение этого потока, как и, собственно, и последующих, мы будем стараться многим предлагать остаться здесь у нас на территории и применять свои уже компетенции для развития городского округа Одинцово. Ну, тут уже дело, так сказать, там, принять решение оставаться или не оставаться, там, зависит от многих факторов, и понятные там и семейные какие-то вопросы, и место жительства надо менять. Здесь мы тоже готовы социальный пакет какой-то предложить молодым специалистам. В общем, будем за звездочек, за ценных кадров, конечно, биться, потому что нам действительно сегодня нужна армия вот высококвалифицированных, подготовленных специалистов. Программа управления городской средой и развитием территории организована так, чтобы максимально напитать абитуриентов знаниями в области жилищно-коммунального хозяйства, делая упор на современные технологии. Это уникальный курс, это уникальное учебное заведение, и это здорово. Низкий поклон всем, кто участвовал в создании этой программы, потому что я вам должна сказать, что в какой-то момент наша страна была погружена в эпоху посредственности. И мы в этом долгое время варились. И от этого такие решения, градостроительные в том числе, очень мало было профессионалов с разных причин. Менялся строй, выходили на арену люди, возможно, не самые хорошие профессионалы, но каким-то образом счастливчики. Вы меняете это. И то, что вы пришли сюда по разным причинам, но я думаю, по зову своего сердца и души, вы меняете мир, вы меняете страну. Абитуриентам вручили студенческие билеты, и они, не теряя времени, отправились на лекции, чтобы начать обучение в магистратуре. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».